Здорово, монолит, здорово. О, блядь, ну так, в принципе, тоже подойдет. Здорово, Киртварио. Приветик. Приветик. Синдикат звонит, возьми трубку. Надо сделать, кстати. Ебать, сделайте на меме алёр, типа. Синдикат звонит, и звуки типа виски, эхо, виски. Хороший мем получится по станции. Так, стил, а суперматерия Сильвер, ебать. А, что, блядь? Что, блядь, что? Как? А я ни разу не делал, а как? One and Sin Engineering, you can use the box. Мне надо... Кусок СМа надо украсть, ебать. Так, пошли в инженерку устроимся. Да пошли в инженерку тогда, блядь. Да, я стал рыжим? Нет, это Джокер. Я хотел клоуна пикать, но... Получилось, дропнулась анташка. Спасибо. О, Кайси Квал, это хороший КП. Это отличный КП. Отличнейший КП. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас, мисс. Прошу вас, мисс. Вы такая красивая, такая милая. Спасибо. Сейчас мы будем заниматься. Такая умница. Сексом. Такая нежная. Да-да. Такая прям такая. Тю-тю-тю. Так и хочется господин погладить. Господин Кер. Почему? Тим Хайсон нормальный читпан был. Нужно было помочь. Мне нужно в инженерию. Устроиться. Здорово, ребята, здорово. Еще один. Забей. Все норм. А можно бланк? А можно бланк? Позяс. Блять. Ладно, успеем потом пасту подготовить. Доброй смены. Так. Мне нужен бланк на перевод. Бля, я посмотрел с истории от ВГ Джуса, как они отыграли раунд, раунд уже начался. Так, станция вещает капитан. Первоначальная цель данной смены. Блуис Паки Харвестер. Также в цель входит набить 45 тысяч поинтов шахтера. На сегодня вы моя большая дружная семья. Надеюсь получить от вас максимально возможный вклад в работу и соответствующую от вашей должности ответственность к делу. Я верю, что мы будем работать как один отлично слаженный механизм во благо нанотрассен. Также хочу напомнить, не забудьте переключить датчики на вашей форме в третий режим. Это повысит шанс спасения вашей бесценной жизни. Желаю экипажу... Ты же, наверное, планируешь, что для участника ивента будут особые роли? Некоторым, да. Но в большинстве случаев, типа, это будет всеобщий. Админам буду спецроли. Ну, это ж админы. СЕ? СЕ! Я
все думаю, где главный носовой коридор? Если членам экипажа нужна помощь, обращайтесь. И тут встречаю вас! Гладить. Мне надо к тебе, босс. Окей. Кис-кис-кис. Я собираюсь... Чё у тебя? Уборщик. У меня кусочек сма. И ядранюки. Документы. Поможешь? Я тебе тоже помогу. Без проблем. Работаем, братик! СМ могу хоть сейчас забрать. Разве? Давай! Как сегодня славно было, застрелился вместе с серверами. Но сегодня очень пиздец. Но у нас слоты и ограничения. Ограничения по слотам. А, у меня диск, ебать. У меня диск. Это вообще... Спасибо. Это вообще пиздос, спасибо, бля. Будь это здоров. Вообще пиздос, бля. Прям лютый, нахуй. Отвечаю. Ля-ля-ля-ля. Девочки хотят все. Моего. А как же там дальше? Забыл. А у нас есть КПБ. Есть. Пойдет Брау! Давай, ящик. Еби, братик. Угу. Еби жестко. Так-так, погнали. Сейчас надо пасту подготовить. Привет, скрелочка. Писечка. Бледненькая. Худенькая. Ручки тоненькие. Рост что надо. Вид хорош. Что еще можно писать? Вид хорош. Пахнешь летом. Хатоп персонал с детской нонкеменстей КГП закрыто на 2 минуты. Ожидайте. Слава Энта. Хатоп персонал Коси Квал. Привет! Скрылочка, писочка бледненькая. Худенькая. Ручки тоненькие. Рост что надо. Вид хорош. Пахнешь летом. Очень хочется, чтобы ты мне помогла. Пойдет. Давай, Пепе! Вперед! Да иду, я иду! Серый Вольф, квартир прибыл. Если кто не шарит, то у Джокера немножко проблемы с менталкой. Главное, это результат, мой друг. Я такого персонажа делал специально. Насрать бы в его кабинете. А результат тот, что НТ теряет доход. В начале смены и уйти. Ты справишься! Ты справишься, чел. Хорошо. Только заткнись. Ладно. Я заебался ждать. Всем похуй. Буквально всем похуй. Все дома. Позови тебе. Я это вслух. Ты сам с собой там. Болван. Чего? Нет. Знаешь, дебил, заткнись. Это очередь. Заткнись, заткнись, заткнись. Спшники. Очередь лучшее место для сцеления. Я заебался стоять. Проведите молодого гня. Мастер прибыл. Немец, подходи за бургером. Если в карты доставлю, будет лучше. Ему плохо. Там ВЛГ прям восхищался и ужасался тобой. Или к психологу. Таким и должен быть Нормандия, ребята. Значит, я сделал все правильно. Лучшее место послушать мысли людей вслух. Сам Саоби разговаривает.
мемчик. Так. Все покажет. Покажу прикол. Простите, но в целом. Ха-ха. Вот. Домашнее задание. Ты хочешь унять человека, дай ему постоять в очереди. Ха-ха-ха-ха. Всегда держи морду вверх, как хвост пистолета. По жопе не дают. Ребята, домашнее задание. Шуршит там. За жопу хватает. Я веду договорить, пиздабл. Ух, сука! Бебе! Ты можешь молчать! Ты же знаешь, что нам не дали работу! Блять! Это что за, сука, аэроплан, блять? Не отвлекаю больше. Пипи, она такая! Такая красивая! Я знаю, Джо! Я вижу! Так и хочется. На клоуна! А? Ну, готов. Слушай, все в порядке? А, ты нам! Ты нам! Доклад, Денис понравился, движ Париж к концу, но ГП было жалко. Ну... С ним же ничего плохого не случилось. У меня глянь позже. Сейчас, ребят, чуть-чуть попозже. За музыка? Такое. Только ебне... Чё-то, блять, как оно поётся правильно? Коксу 5 грамм. Я не помню, как оно поётся. Ты не слышал? Я ебашил как бог. Согласен. Гейт? Нет, я трейтер. Я трейтер, ребята. Я хотел на клоуна пойти, но мне выпала трейтерка. Я отыгрываю сумасшедшего. Должно быть, я не улавливаю. Печать и подпись есть. Да! Но в очереди стало интереснее. Чего? Если тебе нужно... Слушайте, это срочно. Я могу... Ты тот Джа! Да. Чего-чего? Пода. Я вот не знаю, с утра настроение... Чего тебе, Пепе? Что там у вас? Только кофе выпить. Я просто хочу знать... Что? Ничего. Прошу. Ему пизда. Что ты хочешь знать? Вот и все. Я не понимаю, о чем ты. Слушай. Только ваша подпись. Ой. Есть номерок? Идея. Номерок не выдает. Идея. Вы чувствуете? Я люблю идеи. Вы научились отличать Джо и Пепе? Как говорит Джо и как говорит Пепе? Гаврид уже получал. Вы научились отличать? Чешу, да, нет. Смотри, вот это Джо. Сука. Вот это Джо. Конец. Джо. А это Пепе. Пепе. Поняли? Не прилетел. Я же вам привет, не солдат. Привет, красавица. Так. Готов угадывать мелодию. Дурка, да, это дурка. Буквально. Теперь послушай. Опа. Денис сказал, что ты был очень крут. О. Драма была разыграна очень круто. Я доволен. Передавайте Денису, что рад был помочь подкинуть контента. Вот. Если я сейчас подойду. И это было очень смешно. Денис тоже красава. Молодец. И не получу номерок. Я растолкаю всю. Спасибо эту большое очередь. За 250. Согласны? Спасибо. Попробуйте. Нет.
Вольпе! А я потом затолкаю тебя. Вольпе! Да. Да! Не особо страшно. Что можешь попробовать? А ты хорош. Особенно слышать это от тебя. Тебя не наебали? Он не так сказал. А как он сказал? Что было сказано? Ну-ка. Мне в ручки. А это кидай. Сюда у вас уже столетиями постят. Она будет вечно жить. Инженеры, что-то у вас там звуки не очень хорошие. Так. Медикала Фикерс Деска Нонкимент, уважаемый экипаж, просьба переключить ваши датчики в максимальный режим в связи с нестабильной радиационной обстановкой ввиду непорядок двигателя. Извините, вы пройдете. Спасибо. Медикала Фикерс... Чего? Еще? Ладно, это сложно. Кидай. Почему так долго? Тейн, завязывай с баром в начале... Откуда мне знать? Через человека. Так они столько все гуд. В принципе, понравилось, но был борщ с унижением ГП. Это всего лишь ролплей, бро. Я ж ему даже ничего не особо не сделал. Самая нежная как? Как? Ой. Что это значит? 19,17. Ты такая прямо люлюля. Учебная. Ну, что нам пиздец? Ими-ми-ми-ми. Не расходимся. Хочется вот. Нужно идти. Вот. Давай увереннее, Пепе. Ой, а я забыл номерок взять. Да блин! Охлаждайте камеру! Хватит! Советую всем идти укрываться. Скоро будет бабах. Мы спецы! Да! Мы спецы! Большой бабах! Да чел на ГП сам рофлил, но два стримера сделали зажим яйцами. Господи. Но чел на ГП тоже красава. Прошу! 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 Молю тебя! Солнышко! Моя! Любимая! Я люблю тебя! Слабый, помоги всем нам! 20 секунд до стабилизации. Все по ящикам. Ну, бля, я... Ну? Блядь! Ну и видишь! Все хорошо. Кем там? Инженер. Начинающий. Бля, я надеюсь, СЕ справился. Ибо это будет просто пиздец. Ибо это, ребята, будет просто, блядь, пизда. Полная, причем. Полнейшая. Полнейшая. Следующий. Люблю тебя! Дед! Ты чего? Ой! Невзаимно. Что это? Что? Ай, а Нонкимент, дорогой экипаж, опыты по разгону с ма прошли успешно, а сам убежал от тебя. Номерок. Что это? Я положу. Вижу. Семь. А похуй! Пошли! Кажется, скоро начнутся посадки и высшие меры наказания. Ух, ебать! Радейка! А может и нет. Блять! У нас все заражено.
У нас буквально все заражено, буквально. Человек! Человек! Вольпа! Человек! Скрел! Вольпа! Свет скоро тоже сел. Не думаю, что уже пора. О, инженер. Мы должны выжить. Ты чего? Но я... Станция-то будет жить. Прием! Мы обязательно выжить. Я только прибыл! Чунг, интерфейс красным стал. Я сделал себе такой. Разве? Это не инженер. Виновные саботажи. Да-да, вы нужны нам. Он. Это он однозначно. О, нет, нет, нет! Нет, блядь! Ааа, все, СБ за мной! Бля, Энки, хорош. Лучший. С рыжим. Отлично. Услышала вас. На, босс. Стань. Вон самый. Я ничего не делал! Он меня цветок бросил. Виновен. Виноватый. Один из них. Я лишь сказал, что ДП классная сосочка. Статью пиши. И все. Жир выкладывайте. Это за что? Блять, так. Так, так, так. Я град чиним полу. Построенный экстренный телеком. А вот это нарушить. Вроде. Кто нарушит? Инженеры, почините ксено. Что нарушить? Я даже не переоделся. Инженеры. Угу. Тюремную робу, да? Ты еще не переоделся. Но скоро переоденешься. Ой, все! Ксену чинить, а не что? Тебя ждут. Давай, давай. Опять работа. Ну, там опасно находится еще. И херенде. Ну погнали. Погнали. Погнали, погнали. Ребята, вопрос.
А как диск-то воровать, блядь? Это ж без убийства капитана вообще Unreal. На месте. Надо предупредить его. Чините, давайте. Это же наркоман. Вольпа, Вольпа! Эсье. Скажи нам. Откройте. Ёбаная собака! Мне все равно, кто там что сделал. Мне нужен мой отдел. Ну, Фоксыч. Ну ты чего? Даже не говоришь. Ух, ё-моё, гамаист, привет, дружище. Эй, Муник, как делишки? Здорово, старина. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное, дружище. 4250, спасибо. Бля, сегодня реально день зарплаты, буквально. Спасибо тебе огромное, гамаист. Слушай, дела в порядке, работаем, вот потихонечку. А что, говорит, с тобой говорить? Иди работай. Я застрял, Вольпа! Помоги! Спасибо огромное, гамаист, спасибо. У тебя-то как дела? Чё новенького? У тебя есть доступ в тихий. Уже это все все равно не помогло. Вольпа! Вольпа! Вольпа из РНД! Я застрял! Череш! Толкни меня! О! О! Блять, без гравгена? Это пиздец. На месте спортсмены. Мода нету. Угу. Так не зайдешь, все про Вульп. Они захватили, ребята, пространство. Перетянули одеяло, блять. А еще и поинтер на диск есть, если вдруг ЕРТ вызовут, то пизда. У не каждого по поинтеру, даже если у Кэпа поинтер с диском украсть. Да, я знаю. Мод синеградский кипит, чувак маленький. А сверху комната на востоке. Жди минуты 2-3. На церковь комната на востоке. Ну да, что ли? Привет. Здоров! Никакой работники прибыл. Трухануло. В кейсе? В кейсе. Угу. А ты хорош. Если Твой. Честно, обосрал, что только можно. Угу. Так. Так. Сука, мне диск надо еще пиздить. Помянем. Обосрался на меня все так же, тоже работаю в бесконечном потоке задач, так сказать, на грузовик собираюсь потихоньку, уже прям мечтаю о нем, куда хочешь. У кого кот украл, Стамбаттон? Может попробовать усыпить капитана и похитить? Меня все главы ищут. Он его в МИД притащил. Да это дурацкий план. Так. 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 Бери просто энергомеч. Ебать, хорош гамаист.
их. Ну посмотрим. Иван, можешь дружков позвать на помощь, чтобы... Ух, ебать. Ух, ебать. Так. Можешь тоже купить, да. Голопоросина. Куда тебе заманить уборщика? Внимание. Неопознанные формы жизни. Биосканеры фиксируют размножение хиткрабов. Ну вообще, если сюда... Избавьтесь от них, прежде чем это начнет влиять на продуктивность станции. Давай. Давай. Жди. Не знаю, придет ли. Ну давай. Минут пару. Бля, а такой вопрос. У нас же, наверное, уборщиков несколько. А какой из них, блядь? Имя он же не сказал мне. Имя. Брау. Ура. Брау. Макфлури. Понял. Бля, сейчас бы Макфлури, ебать. В МСК полечу на этот раз девушку и свожу вилла пасту. Поем великолепный стейк. Точняк. А помнишь White Eagles, да? Егорыч. Его закрыли, прикинь, все, пизда. Или что угодно, сука. И нас не принимают. Как бы души. Макфлури больше нет? Помогите! Помогите! Библиотека! Помогите, блядь! Да, я видел после лиги, грустно. Пипец вообще. Я застрял. Застрял! О! Ауа. Спасибо. Обманщик получается. Как-то нужно успеть до того, как... Всё. Норма. Так, надо в мед сначала. И потом Макфлури найти. А где мед? Вот так. Помогите! Эфирчика. Ни одного рига. А ведь говорили. Вот это шлепался. Чехбаковский ассистент Хаса Телеком к тебе в стороне. Хлюп, хлюпи, хлюп, хлюп, хлюпи, хлюп, хлюп, хлюпи, хлюп. Ну как? Хлюп, хлюп, и хлюп. Вы точно не клоун. На. Не могу прийти в себя. Иногда работает. Да. Джо и Пеппи. Заметненько. Погоди. Я обжегся. Класс. Умираю. Спасибо. Желешка. Пипец. Так, надо все уборщиком заниматься. Отвели подозрения. Теперь трет искать есть. Так. Привет. Привет, пупс. Яички!
Блядь, где? Уборщик, блядь. Где Барни тут, Макфлури? Алло. Алло. Не, мне не нужен. Мне не надо. Отряд мне не нужен. Отрядик мне не нужен. Отрядик мне не нужен. Мне форму принести. Кися. Уборщик, сука, барни, мать его, Махмури на связи. Как видишь. Что надо? Ты ебанула. Ты где? Фанкида ебанула в себя. Понял, пиздец. Пиздец. Блевота летает. Блевота летает. Умничка! Хоть спасибо и на этом. Пытаюсь вытребовать от тебя нажать кнопку, чтобы мне в карго заказали больше клеток от моря. Ну и чертовщины. Пополнение еду. Слышь, парни! Для пересбора киноменов. А в этом можно вам? Да, Боб. Я здесь, но мне нужно лечение. У тебя прическа, как у попов. Заявляю. Короче, мне тут серьезные люди позвонили. Да, сказали, что ты охотник на молей. Уборщик, Боб, пожалуйста. А сразу прям сказать серьезный. Нельзя. Ну да. Ну да. Ну вы же долго заполняли. Когда я спрашиваю... Погнали, сгоняем! Или нет? Мне, короче, блохастые сказали молей плеткой бить. В наш клуб вступим! Ксунгсин, кикска с ремку узор... Ебем чугун! Молей! Без тикета, да и не только! Да! О. Погнали! Не видно, что ли? Гау! Обнаружил какую-то военную базу в космосе. А погнали, все. Нету. Погнали! Устроим им хлопушки в день. Ебем чугун! Угу. Повышен до синева. Станция получила наблюдение о возможной враждебной активности на борту. Служба безопасности может держать оружие на виду. Помолимся! Но ты медленный. Чё там? Там работа у шефа. Код ворующий,
вашу палку не угроза! Да поебать! Погнали! Потмо! Бабушка говорила, что работа не волк, но ее надо своевременно... Сначала посвящение! Зачем тебе этот скафандр? Приказ всем постирать свою одежду! Ау! Андрей, быстро оба сестра отказывает тебе двор к тем стороне. Поиграл все хуй на... Помощь надо! Хорошо, мама. Паук, тихо! Я без инструментов! Меня, блядь. Доступ надо! Гау! Иду. Да чичи, блядь! Вы намного быстрее попадете в морг. Чичи, я буду... Я по жизни не спешу. ...ваших мозгей станции с другим персоналом. Эсси, вы заняты. Инженер Икс, стойте, подойдите. Сначала молитва. Против молей. Ой. Так. Повторяй за мной. Господь. Тут проблемка. Я не верю в высшие силы. Это посвящение, ритуал. Надо. Это все равно, что чем пороги оббивать. Просто скажи. Ну, ладон. Господь, прости меня, ибо я огонь твой и меч, ибо я вершу то, что ты хочешь. В священной войне против молей. Что за сука, ХЗ приебался с нами. Господь, прости меня, ибо я огонь твой и меч, ибо я вершу то, что ты хочешь. В священной войне против молей. Господь, прости меня, ибо я огонь твой и меч, ибо я вершу то, что ты хочешь. Внимание, рекорд красный. Амин. Грозит серьезная опасность. Службе безопасности погнали. Рекомендуется иметь оружие в полной Амин. Боевой готовности. Погоди. Выборочные обыски разрешены. Аутоматит ликтинг системы нонкимент система ночного освещения. Пора моли ебашить! С наличием существенной угрозы для станции. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Плюйте на него. Ибо слюна наша яд для них. Эсмо, у вас из морга три трупа попало. Что тут происходит? Ух, ебать! Сатан! Сущность в церкви! Сатана! Эсбер церковь! Алик Уайлд Спрингхаст Динкравит генератор. Сатана в Ирхве! Тут резня. Сам дьявол явился. Сатана, сука, в церкви! Так, ладно, миссия выполнена. Пиздец. Моя миссия выполнена. Братан. Воистину пиздец. У меня кишки наружу. Не зашу мужика. Пиздец. Пиздец. Дьявол. Дьявола! Видела? Пиздец! Где? В тещи. По крови! Я не настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов... Ё-моё, Лаздимон, спасибо тебе огромнейшее. Спасибо, дружище. Таких же чатов. Спасибо. Оружие массового поражения. Так, ребята. Как же мне забрать, сука, диск? Я после того, что видел, хочу уволиться нахуй. Перчатками? Нет, перчатки вора не спасут, потому что... Потому что... А хотя... Ну нет, он увидит. Так, ребят, одну минуту за ФКшу, сейчас подойду. А то уже 5 часов, блять, сейчас надо жопу размять. Я что, это не особо понял.
Пиши уже на листке. Я тоже. Кто-нибудь из моего репертуара. Теперь у тебя будет свой меч. Здорово. 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 Ой, Дизель, ты такой шутник, капец, дружище. Научи, пожалуйста, так же шутить, а то я вот не знаю, как мне в жизни быть. Если такие шутки вот не буду использовать, наверное... Наверное, даже не знаю. Можешь, пожалуйста, гайд написать? Я вот думаю, как не порваться бы. Блять, СЕ помер. Ладно, он мне помог, выполнил свою задачу. СЕ убили, да? Только что. Так, давайте думать, друзья. Давайте думать, друзья. Давайте думать. Давайте думать. Ебать там. Твой отец на отыгрыше. Карту. Кэп-диск в кармане носит. Ну, блять, даже если я вытащу перчатками, вы представьте, он поинтер. Так я пришел к вам за этим. Мыши украли. Господин Кер. Привет, дорогая! Я видел карту при вас.
Так, ее только что мыши и украли. Мы пошли до стойки, а затем развернулись и убежали. Как у тебя на работе дела? Ужасно. Совсем не пишешь мне. У нас... А я ведь жду. Я ведь жду. Попался ящер. Прошу прощения. У нас... Открывайте. Совещание, блядь. У тебя один путь. Мыши украли карту. В мусор. Суки. И путь бы этого демона. Где тебе и место? Ладно, не буду. Я и тут побуду. Так, времечко указать. Current time. Подпись заявителя sign. Let's go. Наконец-то можно поесть, пока ее ждать будем. Спасибо, чат. Смотрите описание у Ульпы. С виду уже можно, рост 164, год 3 улыбается. Слышь, подойди. Ульпа. Ульпа. Иди сюда. Ты шлёшка! Нет. А поведу как шлёшка. На тебя посмотришь. И сразу виду. Видно. Уже можно. Уже давно это? Фантазии. Да. Да-да. Опять-то Ульпа из Ксена? Обещание! Или это наёбка? Уборщика в библиотеку. Уже всё. Чё там пиздят? Минуту. Тихонько. А ничего такого. Вам мой коллега при... Дарьёшь отстрел Хорни Фурей. Если размножится, ребята, в дело вступит Норманди. Я прям, блядь, прилечу и зачистку нахуй сделаю. Буквально. А то вот эти описания уже можно, блять, там еще нельзя. Это пиздец. Следующий. Быстрее, попрошу. Варвара Елисеева, техник по техохасу, теледвок, тем старай. Разбери чизации в техах мебели инженера. Нужно в Рио домой скорее. Да плевать. Спасибо, мисс! Карту.
как я рад, что все правильно запомнил. Бармен. Так точно, мисс. Еще один пиздюк, что ли? Слышь, пацан! А тебе лет-то сколько? На то, чтобы сместить капитана. Согласен. Нет. Согласен, нахуй! 19 европейских! Давай! 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 Я готов! Давай! Я готов! Прошу. Эй! Психолог есть. Ну, что за дела? Офицер, чтобы ходила за модом, как тебя там звать? Психолог есть. Я у себя в кабинете. Уберите, пожалуйста. А что такое Европа? Это корабль какой-то! Слушаю вас. 24. Привет, малышка. Слушай. Европа большой камень. Вот. Как ты тут милая. Попросите шахтеров хоть немного. Я был глубоко забрал. Обсуждали смещение капитана. Не позволяйте ему совратить вас. Уже два слова. Дьяволы были преданы священному огню, и это еще не конец. Все под контролем, не беспокойтесь. Очистите свои души. Лады! Угу, угу. Угореть вам не огненные, как тем грешникам, что офицеры только что сожгли в крематории. Аминь. Священник хорошо отыгрывает, кстати. Хорош. Тебе! Не теряйте карту. День, утро, ночь, добрый. Ибо чел универсальный. Наработку бы. Хорошие компетенции. Господи, трудовую историю не проверяем. И что теперь? Да. Вы не слышите еще все каналы. Трудовую! Которые я слышу. Нет. Я готов встать на вашу сторону. В каждом канале. Говорите, что делать. Это уже 5 заказ. В смысле? Мой генерал! Да ты никто особо. Какой котик? Кто-то дверь в телепортную ломал. Ты уверен? Что ты на моей стороне. А капитан у нас пути, пути. Я могу многое. Бум-бум! Слава. Что это, ничего не будет на нем? Пойдем. Бум! Кинократ ломал дверь в телепортную. Исправляйте ее. Но почини. У меня к вам пациент. Пожалуйста. У него крыша съехала. На бок. Приветик! Увы. Два раза. Или три. Заходи, дорогой. Это она, пацаны. Как сильно каша есть. Садись. Как закончите с ним? Слуги дьявола. Дьявол сатана. Да-да. Можете мне предоставить отчет. У него много имен, но суть одна. Имя человечества. Не противьтесь Господу нашему Иисус и примите учение Его. Спасите свои души.
нет. Хатов персонал с дескандонки виду, уважаемые сотрудники отдела инженерии с главный носовой коридор! Все желающие к стойке ГП. Хатов персонал Кайси к вам. Шаришь, где это? Ну, рассказывай. Мне для блюд было бы неплохо таких. Почему привели тебя? Что натворил? Потому что главный носовой коридор! Носовой коридор. Да! Это где? Это на станции. Вот помоги мне найти! Мне сказали! Все ответы там! Я найду тебя и запихаю все найденные... Ты искал... Понимаешь? Ходи, оглядывайся. Да. Они там! Там! Автоматит лифтинг системы ночного освещения снова работает в штатном режиме. Я вижу призрака. Внимание, уровень угрозы я понижен до синяя. Постоянно. Следственная угроза миновала. Служба безопасности вижу может их. Не держать вижу. Оружие в полной боевой готовности, я но может по-прежнему держать его на виду. Выборочные обыски запрещены. Но я там ничего не нашла. Он пуст. Сколько тебе лет? Ты старая. Я подскользнулась в этом носовом коридоре. Чё она несёт, блядь? Мне за 30, дорогой. А по виду? Чего уже скажешь-то? Полтинник! Садись. Знаешь, мне нравится. Знаю. Когда женщина взрослая, опытная... Во все. Мы могли бы вместе под ручку пойти в этот твой коридор. Но где он? Ты там был? Нет! Нет! А хочешь? Не был! Да! Погоди. Сейчас буду. Я там была, очень. Сынок. И там нихуя. Там пусто. Очень хочу. Пустота. Хочу. Пустота необъятная. Хочу. Хочу. Зачем? Там все ответы! Тебе на мои вопросы! Сейчас, что-то один момент. На пустоту после смерти. Погоди. В этом коридоре ничего нет. Алло. Мама! Какой она была? Мама была доброй. Совсем не такой, как я. Она сейчас жива. Или почему была? Нет. Не жива. Уже. Прости, если затронула тему неприятную для тебя. Ты такая старая. Такая. Сочная. Думаешь, мама попала в коридор? Старушка, Таня! Джа! Джа! Хочешь увидеть свою маму в этом коридоре? Чего тебе? Она с нами играет! Знаю.
Это все из детства. Все, понимаю. Слушай. Это я как дипломированный психолог заявляю. Слушай! Слушаю, дорогой. Мне нужен диск. Я предлагаю тебе кое-что получше. От бомбы! Бум! Вы что получите временем чат? Держи. Красной станции грозит серьезная опасность. Мы не курим. В безопасности рекомендуется иметь оружие в полной боевой готовности. И поможет выборочные найти обыски разрешены. Коридор. Сохраним твой подарочек. Система ночного освещения отключена в сохранении существенной угрозы для станции. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Носовой коридор. Он ждет тебя в этой сети. Ау! 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 Можешь идти, но опасайся поворота. Ты чего молчишь? О, восхитительно! Сука! Я хочу еще. Спасибо за уделенное время, дорогой. Желаю найти свой коридор. Я оперный певец. Смотрите и слушайте. Нравится. Слушаем, дорогой. Ах ты сука. Ах ты сука. Все. Пока. Хатов секуритас деска нон кемит на станции. Накололо меня, блять. Подозрительных вещах, офицеры уже разбираются с этим вопросом. Готов секуриты серый вульф. Сбой системы питания. Зафиксирована перегрузка энергосети станции из Киберии. Я скоро усну, надо где-то переждать все это дело. Надлежит проверить все замкнувшие элкапы. Генетика без света. Ну охуеть. Станция есть хорошая новость и плохая, как копия вы. Запрос на стыковку шаттла торговцам отклонен. Торговому шаттлу со станции Юпитер было отказано в разрешении на стыковку из-за повышенной угрозы безопасности на борту Иснкибериада. Вовремя я ебал. Да я! Инженеров Карка! Инженеров Барка! Давай похуй! Снега, ты сможешь понять, что укольнули? Так я это чувствовал, типа, я просто пел, блядь, ей. Уже видно было, что она меня колет. Все же в чате написано, что она меня накалывает, накалывает, накалывает. Отдыхаем. Отдыхаем. Датчики выключил? Я их вроде вообще не врубал.
Как там на своем коридоре? Охуенно. Ребята, надо думать, как, блядь, спиздить тисочек. Резнёй. Возьми на похуй, иди. Ну там просто готовится переворот, типа вся история вот эта вот. Если украдешь, тебе КП точно прокинут. Они меня спалят. Я бы тебя минимум капитаном сделал. Гений. Ладно. Хочешь выпить? Фолт! Кореш. Уборщик. Да. В баре бухает. Пиздец. Я видел, как его убили. Меня за сишками отправили. Тут тогда заказал баллоны, и среди них... Понял. Надеюсь, что он не собрался... Пиздец. Я занял его место. Пиздец. НТР! КП! Ксена починить! Нужен инженер! Рядовый Джокер! Прибыл на службу! И что меня ждет у вас? Не в прачечную. Ну так чего тяните? Готов почему служить и защищать ваши интересы! Да мужик, тут такое дело. Какое, бля? Чё ты яйца мнёшь? Подошел уверенно. Сказал. Слышь ты. Съебало. Мне вот предоставили результат твоей психологической экспертизы. И говорят, что у тебя проблемы. А ты знал, что психологичка долбит? По вене хуячит. Только в путь. Наебашится. И такая. О-о-о-о! Парень, полегче! Она сказала, я сам что слышал. Ущипила тебя. А ты в смысле в мусор? Да мы вместе сидели, долбили!
работает. Алиса, на вам подходите. Да. Смылся. А она меня в мусорку потом. Шлюшка такая. Вы кого там долбили? Нет, нет. Пойдешь на эсэ. Но веселая старуха. Нет. Зря. Я готов на капитана сразу. Нахуй! Я студент, блядь. Привет. Ладно, будем иметь тебя в виду. СЕ делает бум-бум. Мы принесли посылку. Бум! Господин Кер. Рассказывай, что... Вы хотите СБ выполнить тут псих цель? Какой-то. Давай, бревно. Грасиас. Прошу взять на учет. Да рафлю я. Рафлю. Ошибка системы документооборота. Недавняя бюрократическая ошибка. На зарплату. Вероятно, рецидивы. Нехватки персонала в одних отделах и избытку в других. Да нет. Свяжитесь с депо вашей станции для решения этой проблемы. Я столько за минуту получаю. На роли СЕ. Ебать, нихуя. Ты хочешь звонок? Держите. Что вы хотите от меня получить? Продашь, купишь дом себе. Это мне! Или психику вылечишь. Это правда мне! Firefire! Они сами по себе. Огонь! Огонь! Пиздец, Джо! Знаю! Но надо! Слушай. Закрой глаза, открой рот. Что это там? Маскика на лице. Снять не могу. Увы. Боксы. Можно компетентного инженера Ксена. Нет, я туда не пойду. Это точно не про меня. Я, блядь, даже не переоделся нахуй с начала смены. Ни у кого вопросов не возникают, блядь. Почему меня не увольняют? Не думаю. Она на болтах была обычно. А что? Хотя... У нас были... Чё тут? Помочь! Красно светилось. Может, там АКП вырубило? Надо проверить. Новый персонаж, типа? Старый? Просто его не видели. И вы видели его в лечении клоуна? Пойдем к Кэпу. Любимая, как дела на работе? Собираетесь на Врио Эсли? А чё? А чё? Ясно всё. А надо? А надо! Нужен Врио Эсли. Надо. Я сообщала 5 раз. Но... Если ты просишь... Настаивай. Ты хочешь, чтобы я сделал это? Сущность только что пронесла... Хочешь, чтобы я... Подпись. Жестко. Да. Стало съе... Угу. Я знаю, что будет ну, вы поняли. Ну вот и бери грехи нашего Асье на себя. Священное пламя озарило темноту и явило мне лицо. Стань осудимым всеми!
если моя госпожа хочет. И почини разрушенную инженерию. Я стану. Крайне осуждаю. Я готов. А я вас осуждаю. Скрылочка. Месье, это главный инженер. Главный инженер, да. Я даже не ела за смену. Карту. Я уже у карта. Давай я накормлю тебя. А я на меке. Я люблю кормить. Не ему незнакомцев. Уборщиков Холмеда. Мы с тобой знакомы. Вы писали отчет или капитан? Я ничего не буду делать. На АБР, который. Да. О-о-о-о! Я не вмешиваюсь в работу. Я буду СИЯ! О-о-о-о! Не рекомендовал бы. Главный инженер! Что-то это сомнительно. Да-да, я! Сомнительно звучит. Слушай. Я нормальный. Слышишь? Ах, вообще. Нормальный! Он абсолютно. О-о-о-о! Вышла. И даже инженером ему быть не стоит. Ты объебался, да? Бредники, а вы не видите? В зоне содержания. У тебя тут новая квартира! Ну, на получение долго. Уютно! Куда? Ничья так! Господин Кер, на выход. Чё ты меня тянешь? Как дам, сука? Тебе говорят, ты по сигарете. Можно и по сигарете. Читайте о романе, как бы с инженером. Самые срочные новости. Давай на СЕ. Я готов. Слушай. Ёбки. Ёбки! Слышал ты, нет? Я. Карту. Читайте в самый горячий галете ходух. Бум-тыц, бум-бум-тыц. Я. Ладно, это ваша проблема, а не моя. Я вам выше отчет по нему. Решение принимать. Я вам. Готов быть главным инженером! Я готов быть! Да-да! Я прошу господина Кера отсюда. О-о-о-о! Вот это страсть. Что у вас? Выхожу, братик! Не трогай! Думал, вторгаемся! Не! Ага. Меня на СИЕ хотели. Вот и идите. Но сказали, я дебик. Из шкафа. Пиздец. Правду сказали. Да не плачь. Вот так значит. Да. Уборщика заманили. Скажи спасибо, что тебя хоть на инженера взяли. Я думал, мы друзья. Джа! Не переживайте. Джа! Да! Вы справитесь. Чего? Я тут, Пепе. Я тут. Она разбила вам сердце. Кто тут еще?
писатель! Мисс Квал просила передать. Пипе. Что вас любит и ждет? Идите к ней. Ты знаешь! Да. Он знает! Ур! Откуда ты знаешь? Уборщик. Не дергайся! Полечка. Не дергайся! Не надо! У нее второй любовь. О-о-о-о! Я нашла пароль. Полегче! Парень! Полегче, блядь. Полегче! Это вы. Не бойся. Вы полегче. Не бойся. Я не боюсь. Ищи, голобразиты летают. Я собирал стекло. В моем рюкзачке много осколков. Стеклышки режут. Вы же не будете его кидать. Дрыц-дрыц. Человека. Дрыц. Дрыц. О-о-о-о! Валим! Можно это ООП подлише сделать? Да. Блять, да, я шизика отыгрываю. Ну буквально, это ж, блядь, это ж Пипенгер, пацаны. Но это просто Джокер, типа, его настоящее имя. Ну, крипи, да, такой криповенький. А сколько стоит? Ядерный диск. Нихуя ты выдал. Напоминает Трололо, блядь. У меня такого нет. Да ты, блин. Животное. Слегка не шипи. Они добры к нам. Отказывайся от лечения. Они нас не бьют. Он милый. Они не кусают. Он лучший. А, бля, я перепутал. Не обзывают. Вот-вот. Не то что люди. С ног не толкают. Хочется их всех порезать. Ну, на вы... мелкие кусочки. Любимая! Ты тот. Ты тот. Потихоньку. Немного не себе. Прости меня. Прости. Я ведь просто. Хорошо, просто. Просто хочу любви. Сейчас я занят небольшим экспериментом. Почему ты такая? Такая, сука! Да-да. Были. Попрошу, господин.
не надо выражений. Я застрелюсь! Слышишь? Я убью себя! Револьвер! Стойка высокая у вас. Но не стоит стоять на стойке. Револьвер, блядь, один! Я уже видела ваш отчет по здоровью. Дайте мне револьвер! Дайте мне! Дайте! Не стоит ваших дешевых игр здесь. Давай! Ты уверен? Убивай. Давай ствол! Да! Покажите, пожалуйста, свою карту. Блядь! Здорово, Купершел. Блин, ребята, я сижу без вебки, а никто и даже слова не говорит. Хотя я давно поел уже. Мне есть 18. Ну, честно. Вроде да. Больше вам маркулы. Все, все. Ты выиграл. Так вот. Пять раз нахуй. Свобода! Крепкого. Может, лучше не надо? Свобода! Это то, что... Внутри! Не надо. Оладьте. Секунду. Здесь каждый из нас! Раб системы! Мы шотик виски. А мне джин. На ход ноги. Опять. О, гравитация. Раб этого мира! Этой галактики! Сделайся! И вот! Барабан с одним патроном. Выход. Или нет? Так, вам чего? Джина мне. Суицидный выход. Только без этих ходов. Брат. Это не самоубийство. Это что у него пистолет в руке? Это игра. Выхода все равно нет. Русская рулетка, видимо. Увы. Ага. Почините грамки! Похоже на то. Я сейчас! У меня так знакомый застрелился. Инженеры, черт возьми, всю смену на аэрлоках и сломано. Да, ты что ждать такой? Да, да. Я, если что, это, ребят, просто ролплей. Я такое никогда не поддерживаю, как стример. Просто элемент игры. Ломаешь! Нет. ДП. Мисс Квал. Все уже знают правду. ДП, где ты? Блять, там опять Гравген нахуй подох. Пиздец. Блять, а я не помню, сколько, если, допустим, взять Синди Мильтелепортер. Чтобы вы понимали, я даже за этот раунд не открывал. Я даже, блять, Аплинк не включал, нахуй. Пора это сделать. Может, у меня там Синдикат Телепортер. Если ты слышишь это, знай! Я любил тебя! Прощайте! Альфа. CQC? Прототип на нит, антиинжектор, Big Brother. Знаете, мой ассистант прибыл. Внимание, обнаружены аносферные аномалии. Неизбежен временный сбой связи. Пожалуйста, так я понимаю, что диск спиздить не самая большая проблема, наверное. Сохранить его. Это куда более пиздецовей. Потому что за мной там буквально будет вся станция. А как убегать?
TQC мало. Наниты? Блять, хуй пойми, короче. Сейчас мне нужно затаиться, и чтобы меня никто не нашел длительное время. Вот, по скидке CQC, прототип на нит и большой брат. А что это за большой брат, я не знаю. Тактический сюит. Anti-Silicon Technology and LG Biological Technology Learned on Chingling Have Mind. Он что, чью-то форму принимает, что ли, что? А, подожди. Типа, ты можешь говорить с чинжлингами? Или что? Learn it from the changeling of mind, типа, с ульем имеет какую-то связь. Да, с диском и пинпоинтер. А пинпоинтер где? А пинпоинтер хуй знает где. Вот в чем вопрос. Не виден для ИИ и камер. Но это классная штука. Наверное. Ну, странно, что не пишут, что как работает, как цифровой камуфляж, а просто указывают на то, что работает как этот. Господи боже. Как Half-Mind. Телепортер почем? 40. 60 остается. 10 стоит большой брат. 50 остается, и есть еще что-то для битвы. Если идти зашить живот, найдут, вскроют нахуй. Телепортер и арбалет. А и на станции это игрок, конечно. Конечно. Конечно, игрок. Ну, на нит еще есть, кстати. Цель кадушная, пиздец. Украсть диск — это всегда было очень тяжелой целью. Ладно, первое это у меня готово. Там и все сделал, блядь, мне даже ничего не пришлось делать. Мне даже ничего не надо было делать для этого, правильно? Правильно, правильно. Угу. А старыга сколько стоит? Сорок, блять. Сорок. Плюс телепортер 40. Телепортер 50. Ух, ебать того, урод. А тоже 40, типа. И остается 20 в сухом остатке, да? Остается 20-ка в сухом остатке. Сделай просто весело, ты не украдешь этот диск. Но тут только резня, типа, если я правильно сказал. Тебе только резнёй и все. Кроме резни здесь ничего не поможет, буквально. Буквально ничего не поможет. Только жесткая, блядь, жесткая ёбка в виде резни. А надо, а я хочу ли начинать резню? Нет, Тесла, мне кажется, это не для этого случая. Если бы был какой-нибудь хиджакер, Тесла вряд ли меня можно с этой целью выпускать. Типа, это будет не по правилам. Бензопила есть, но от нее мало смысла будет. Да, 65 ТК стоит. От нее будет мало смысла. Мод и дабл сворд. И телепортер нужен еще.
И при этом еще 40 ТК. Двойной сворд стоит 80, и у меня не остается на телепортер. Типа, не, вообще пиздец, Unreal. Голопаразит плюс Рик. А как ты мне предлагаешь на мостик попасть? И давайте судить объективно, типа, у нас было СЕ с голопаразитом. И где он сейчас? Где сейчас СЕ? Где он? А он помер. У нас по неведомой причине разворочена вся инженерия и тихий под Каравеном с начала смены. Банана Хонг сегодня сомнительный на вкус, мужики. Привет, брат. В смысле по неизвестной? Андрей Крысов. Чё, блядь? Шляпа. Шляпа. Я не убил себя ради этой сучки. Я остался жить. Жить важнее. Но шляпа. Мне нужно украсть диск. Понимаешь? Нам нужно. Да, нам. А если вырубить телеком и заебашь капитомостики с расшатл? Слишком. Сомнительный видок, ребята. Ты похож на апельсин. Бум! Где кабинет уборщика? Мне надо убрать. Бум-бум-бум! Опять та же песня. Чикнуть надо. Славься, природа. Тесла. Иди. Чего, блять? Непон. Он съел все на кухне. Ребята! Разберитесь с наркоманами. Вы же из этой тусовки! Да! Баба! Да-да. Это вечеринка, отстой. Я, бля, хочу украсть диск у этих людей! Нам надо. Меч. Тебе электричество и с его помощью. Какой? Намерился уничтожить нас. Какой меч? Меч Кепа, его рапира. О-о-о. Так нам надо вместе. Задорный сын. Сука. Ну чё? Очержите апельсинка, смешинка. Тогда на троих соображаем! А то. Я так еще не тратил. Разделаем Кэпа. Паук террора. Над. Они и там достанут. Он в химии. Он сделает нам что надо. Ты террор. Верим. Взрыв. Мне говорите, чего что делать! Я всю станцию облетел уже раз 10. Я сделаю! Спроси его! Плазма. Где диск? И подтверди, полков террора. Где Пантер? Снимите с него наушник!
Кэп на мостике бегает со своим псом по имени Блющилд. Да он клонул. НТР, не обращайте внимания. Вырезать их не проблема. Вот как раз рациональное предложение. АПЦ перегружены. Пау-пау. Переведите его на клоуна. Револьвер! В таком случае и добавь его в четыреком. Пау-пау-пау. Инженеры в церкви... И он убит. Убит! Получается. Тогда и домой логично. Да-да-да. Так, че, термит уже. Убит. Тут я ничем не помогу. Давай! У меня 240 термитов. Нет, горит где с плывом, нет где. Боже. Максим, вопрос, ассистент прибыл. Прямо сейчас. Может саботаж сделать в техах. Чтобы СБ туда. 65 можно револьвер. Да. Стечки говно. Неплохо. Лучше 357. Интересная идея. Четыре офицера Бриджа. Давайте! Вооруженный. Впустите Христа в свою жизнь. Не у нас тоже будут. Патроны-то есть, типа. Ну дохуя стоят, да, понятное дело. Пойду сделаю бимбу тогда, хоть рецепт вспомню. 10 минут хватит. Ищите меня в дормах! Думаю, да. Я буду тут. Окей. Торговец. Патроны по 15. Ну это дорого, да, это реально дорого. Это реально дорого. Это очень дорого. Но зато 357 убойный пиздец. Типа, он очень убойный. Ты там буквально с двух пуль положишь, блядь. Два хита с арбалета, крит. Говорить может. А на автолате есть 357? Нужно не мазать, тогда убойный. Это смешным. Сука, пиздец. Дом и блядь.
Он забавный. Еще стекло. Да я ебал. В кармашке. Что-то смешного. Уберите. Он забавный. Вам будет весело. Ножик. Ножик. Острый. Острый. Он интересуется. Острыми вещами. Качу. Качу. Какой? Развлекайся. Маленький. Привет, Чешерик, здорово. Ножичек. Что пациент? Разруха и бардак. Любит острые вещи. Он не наш пациент. Если ничего не путаю, Превику это два полных лоудера. Можешь печатать пульки на автомате, но в твоем случае проще будет дебло купить и тупо резать. Да, скорее всего, я так и сделаю. Даблу нахуй, на ниты за пять и поехали. Не знаю. А вы сейчас что делаете? Перед судом, господь. Я могу ему жопу вскрыть. Мы не имеем лицензии психиатра. Кто хочет? А вот вылечить шизу. А я могу печень поесть. Все хорошо, смена. Мне, пожалуйста, тройной цитус. Она не шутит. Зато веди им лицензии танцовщиц. Ножик! Волк совратил его и его руками. Верните! На моих глазах. База! Без. Фундамент. Они умирают от смерти. Кровь животных! На меня похож. Не подойдет! Тишу, чел, кодворды кидает фиолетом в Рудольф. Да ладно, у нас уже есть компания. Будешь печеночку? Врагам Бога в пизду дорога. Не ем. Христа, хуй на уста. Да. Да, ура, ура. А! Стихи. Так, слушаю вас. Мы любим. Видишь? Да блин. Стихи. Ты одна такая. Холодный чай, пожалуйста. Я сейчас. Достойно. Что вы нашли по пути? Можно. А он открыт уже. Мерзость! Раз залупа! Два залупа! Три залупа! Четыре залупы! Пять залупы! Шесть! Спасибо. Всем хорошей смены. Ждать. Видишь? Может, банан сказать? Бананов? Слушай, пошли, короче, в дормы, на самом деле. Я тут засиделся. Спасибо, добрая девочка. Оставьте карту, я больше не врач. Ничего не делал. Она мне ни к чему. Ну давай, короче, давай возьмем даблу тогда и поехали, блядь. Ебать, 97 игроков, блядь, 0.30, ёбаный в рот. Ёбаный в рот, блядь. Ребята, в это время вы верите вообще в это? Угу. Давай, короче, Energy Sword, да и хуй с ним. 40. Плюс 40. Получаем двойной. Кидаем меч, револьвер. На, покупаем на нит, на ниты, блять. У меня 15к остается. На большого брата. На ниты мне вроде, если я не ошибаюсь, дадут бессмертие на какое-то время. На адренал мне не хватит. Я же, если правильно помню, они сначала мне дадут бессмертие на какое-то время, а потом я упаду. Нет? Потом я буду лежать, типа. А, подожди, то был суперсимулятор, да?
А, ебать. Даже так. Это надо будет переодеть. Ёб твою мать. Это экспертная определение физического вещества, признание состояния повреждённых костей и органов. Лечение внутренних кровотечений у солдат условия. Используйте его только в крайнем случае, даже если содержит прототип нанитов, несущий секретную полезную нагрузку, наниты адреналин включают систему организма в состояние восстановления. Предупреждение. Побочный эффект может вызвать временный паралич, потерю координации, тошноту. Не используйте либо с какими-либо стимуляторами или наркотиками. Это может привести к сильному повреждению. Те внутрики лечат, короче, прочую хуйню. Ну хуйня, да ну блять, ну на стол опять тыкать, типа, что у меня выбор был, что ли? По целям. Ну вот, спиздить этот кристалл материи кусочек. У меня она есть. И... диск капитанский. Главный носовой коридор! Я первый говорю. Вам нужна помощь, церковь всегда открыта для страждущих. Слушай внимательно. Вы не знаете и четвертой части того, что знаю я, и тем не менее я не в панике. Давай, Пеннис! Все хорошо, и вы в панике. Гражданин психиатр, откройте кабинет. Или ты мы в смысле, Веном? Ну чучело такое черное. У нас проблемы! Ментальные, да. Небольшие. Но это нам не мешает. А с Пенисом все в норме 7. Нет, нет, совсем не мешает. Норм. А почему ты спрашиваешь? Про это. Приветик. Навон. Зацени. А вы чего тут? Яйца. Ел сегодня. Не волнуйтесь, если будет Джокер, когда придет. Ты Веном типа. О, мне пора. Друзья. Я, типа, наконец-то. Любимые шутки смешные. Не стучите! Так сказали бы, чего молчать? Охуеть. Так в вашем же канале говорят, что... Корсас в Карго заложил. Ну, в миде. И стабилен. Могу усыпить. Корсар. У меня простуда. Давай! А дальше вы. В чем причина вашей паники? Открывай. В любой момент могу. Маска есть! Начинаем. Я уже ее успокоила. Беги, Дво. Причина в том, что я работаю на сбор безопасной станции, которого разрушил главный инженер. Причина взрыва! Где шмот? Врачи. Где вещи? Я опять слышу. Этим кардером кармина вверх прямая дорога. Ебать, полянка! И еще кто-то. Полянка! Что? Это дед. А чё с ним? А чё, где? Ну,
Оказывается, он так на Прайме такие терпилы. Мы да. Мы да. Лицо зрителей, чат как при 150. Алло, чат. Проснитесь, пожалуйста, на секунду. Чего? Че там? Че там? Алло, алло. Мимис офиги, мимис. Блять, где нахуй? Мои друзья, блять. Ебать, это что за кровавый след такой? Открывай, детка! Это я! Открывай! Блять, где мои чуваки? Да, еще 5 кайс, секунду, у тебя мясорубку. Если я обосрусь, то да. Соглы. И говноед. Повторяю. Говноед. Пизда. Гравген! Со мной бры. Принял, принял. Шеф, открывай. А чё ей? Кстати! Чё делать? Ур! Сломай камеру! Это И! Да. Нечем, бля! Мяу! Нечем, блядь! Выноси дверь, нахуй! Отлично! Пу-пу-пу. А кто у нас на Ишке, кстати? У меня лазер. Теперь Олег, блядь. Я все вокруг и машу током. Чё ты пиздец? Че делать? Да хаос, это не мы. Для нечем. Даблсворд в кармане лежит, да. Усыплю, если выйдет. Окей. Обоих. Попробую. Да я, походу, наоборот разряжаю. Так она заперта нахуй. На мостике. Шаттл. Красный уровень угрозы подтвержден. Отправлен приоритетный шаттл. Он прибудет в течение 5 минут. На туре офремен. А где товарищ? И взломан, цель невозможно выполнить по причине уничтожения кристалла суперматерии. ЦКА молчит, станция в критическом состоянии. Вызов шаттла отслежен. С тобой, Бат. Результаты можно посмотреть на любой консоли связи. Брик увели! Блять, за что? Не знаю. Взяли, увели. Взяли и увели. У него все вещи. У меня только слейф. Ха-ха-ха-ха. Станция погрязла в грехе. Нам необходимо все исправить. Задорный смех. Церкви.
всем свои молитвы в наш мир. Мы умеем, да. Эрды, как вы смотрите на блокировку бордов? Вот и ваши болезни. Так чё? Убойная дрянь. Какой план? Он вышел и зашел обратно. Усыплю обоих. Окей. Давай! Я буду рядом. Мы будем. Чё ждём? Сидит там. Надолго не высидит. Сидит, пердит. Док. Мне было видение. Был бы мой товарищ. Путь. Было ясно, как день. Мы обязаны что-то исправить. Пшик. Точите вилы и затачивайте колья. Дьявол подхватил станцию, и нам остается. Ну вот! Залупа! Том, бывает! А что, ты психоты говоришь, подключился? Ну, типа. Парамет, если не занят, подойди в Брик. Здорово, кот. В Брик, жопа. Здорово, кот, здорово. Калиш, вливаешь и калиш опять. Элита мучена агент синдиката. Также здание за агента. Я рофлю, блять. А чё смысл? Типа, Unreal выполнимая цель, но надо ж её весело выполнить, правильно? Стараться. Это было такое ощущение, как будто на мостике. Цель станции выполнена. Там уже шаттл летит. 10 раз. Это важная для меня информация. Да куда там? Да сейчас будет мегапук. Вот и ты! Стой! Чего? Я жду тебя! Нет! Я все еще! Все еще! Люблю тебя! Востоку мостик. Люблю! Эмергинка шут, лиха сдать от виза стадион. Йоухави 3 минуты, 100 борт за Эмергинка шут. Блять, где этот капитан ебучий? Он вообще, блять, не выходит. Как? Старшие боги капитана убили. Реально? Реально! Праведники, экипаж, смешите. Ебать! До конца смены мы не воздадим свои почести старшим богам. Нас ждет. А где? А где? Телекома. Среди уродивых и покаженных он бродит среди нас. Где его трупик? Где трупик? И убрать, считаешь, с телекома.
Немедленно. Где умер капитан? Где он умер? Известные биологические объекты взорваны. Насколько надо, блядь, юнитов? Сколько надо? Агент 47 личностей. Я хуею, блядь, ребята. Я хуею. Пиздец мне, это пиздец. Да он же уже пуст. Ты бы видел вообще, как капитан умер, это ёбаный ор. Да я понял, вампир. Пиздец, у меня грин, пацаны. Я вообще не играл в гринодрочь, мне похуй было весь раунд. Падение службы безопасности, блядь. Жопу рвут ради гринов, когда можно было просто пробегать раунд шизо и грин получить. Да.
One day I was minding my own business. I was mining my own ore. And there he was, space asshole, in a truck flying off the rim. Пятикратный переваренный кал был в тот момент, когда всем было похуй, что какой-то чел взял что-то из сумки капитана и выбросил сумку на похуй. Всем было похуй. Ну а что я сделал? Я также на похуй пошел. Вообще ни о чем не думая. Ты украл мой диск, а это ты был гапсид? Я сделал это на похуй, чел, на похуй, просто буквально на похуй.